Очищение организма. Меню рисовой диеты для очищения организма. Вы никогда не замечали, что жители восточных стран, таких как Китай, Индия, Япония, Таиланд, практически всегда стройные? И именно в этих странах рис – это основа всего. Совпадение ли это, можно проверить на себе с помощью рисовой диеты. Есть примерное меню, которое вы можете взять за основу и вносить в него некоторые изменения. Главное, чтобы питание было разнообразным, содержало овощи, фрукты, много жидкости, свежевыжатые соки, зеленый чай, травяные настои, воду. Если захочется сладкого, можете добавить в чай 1/2 чайной ложки меда. Но старайтесь не пить жидкости 1,5-2 часа после приема пищи. При приготовлении блюд лучше пользоваться паровар. Если же нет таковой, то готовьте овощи без жира и масла на воде. Меню для рисовой диеты. Первый день. За яблоко, отварной рис 60 грамм крупы и зеленый чай. Чай разрешается заменить травяным настоем. Обед. Бульон из овощей, овощной салат 150 грамм, отварной рис. Бульон можно варить на основе любых овощей, кроме картофеля. Ужин. Овощной бульон, рис с овощами, морковь, кабачки. Второй день. Завтрак. Апельсин или грейпфрут, рис с 1 чайной ложкой нежирной сметаны. Обед. Овощной бульон, вареные овощи и рис. Ужин. Овощной бульон, вареные овощи и рис. Третий день. Завтрак. Рис и груша. Обед. Овощной бульон, рис с грибами 150 грамм и салат из огурцов. Грибы приготовьте на оливковом масле, а салат можно полить уксусом. Ужин. Овощной бульон, рис с брокколи. Четвертый день. Завтрак. Фруктовый салат, рис с молоком. Обед. Бульон из овощей, рис с морковью и листья, салат с редисом. Ужин. Овощной бульон, рис, горстка семечек подсолнечника. Пятый день. Завтрак. Рис с изюмом, 1/2 чашки обезжиренного йогурта, 1 чайная ложка тертого миндаля. Обед. Овощной бульон, рис с зеленью и овощами на пару. Овощи можно приправить оливковым маслом. Ужин. Овощной бульон, рис с толчеными грецкими орехами, шпинат на пару. Шестой день. Завтрак. Рис. 4 грецких ореха, 2 ягоды инжира, 2 финика, груша. Обед. Бульон из овощей, рис и свежие овощи, огурец, болгарский перец. Ужин. Овощной бульон, рис, 1 столовая ложка сметаны или сливок, 1-2 яблока. Седьмой день. Завтрак. В рис покрошите яблоко и грушу, 1/2 чашки обезжиренного йогурта. Обед. Овощной бульон, рис с 1 томатом и фасолью на пару. Зеленый салат, 100 грамм. Ужин. Бульон из овощей, рис и кабачки на пару, несколько оливок. Как правильно приготовить рис к использованию, было сказано в предыдущем ролике, вы можете посмотреть. Если строго придерживаться всех правил, то за 7 дней диеты организм очистится от шлаков и токсинов. Из диеты нужно очень аккуратно выходить. Постепенно вводите в свое меню мясные и молочные продукты, мучные изделия. Продолжайте кушать рис и другие крупы раз в день. Очищение организма можно великолепно достичь с помощью рисовой диеты. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.